Михаил Булгаков, мастер Маргарита. Жарко сегодня. Обратился к коробке к молоденькой краснощёкой продавщице и не получил от него никакого ответа на это. Почём мандарины? Осведомился тогда у неё коробке. 300 копеек кило, ответила продавщица. Сукусайся, вздохнув, заметил коробке. Эх, эх. Он немного ещё подумал и пригласил своего спутника. Кущи бегемот. Тася взял свой примост под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и, тушая за шкурой сожравшего, принеся за второй. Продавщица убила смертельный ужас. «Мы с ума сошли!» — вскричала она, теряя свой румянец. «Чек, подавайте чек!» — и она уронила конфетные щипцы. «Душенька! Милочка! Красавица!» — засипел коровьев, приваливая через прилавок и подмигивая продавщице. «Не привалюйте мне сегодня! Ну что ты поделаешь?» «Но клянусь вам, в следующий же раз и уж никак не позже понедельника, а родимся чистоганом. Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар». Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу хитросрушение шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой. Продавцы рыб на прилавком, как окаменели со своими ножами в руках, сиреневый иностранец повернулся к грабителям и тут же обнаружил, что бегемот не прав. У сиреневого не хватало чего-то в лице, а наоборот, скорее было лишнее, висящие щеки и бегающие глаза. Совершенно пожутев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин. «Павлосич! Павлосич!» Публика из сетевого отделения повалила на этот крик, а бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сент крещенская абортная», вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты. «Павлосич!» Повторился отчаянный крик за прилавком кондитерского, а за рыбным прилавком гаркнул продавец в испанюке. «Ты что же это делаешь, гад?» Павел Йосифович уже спешил к месту действия. Это был представительный мужчина в белом чистом халате, как хирург, с карандашом, торчащим из кармана. Павел Йосифович, видимо, был опытным человеком, увидев во рту у бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, срочно понял и, не вступая в никакие пререкания с нахалами, махнул в дан рукой, скомандовав «Свести!»